Гоксинский, я не буду воевать с вами. Не понял. Ты сдаешься? Сзади тебя с это поезд. Ну беги! Все, поехали. Стой, брат! Стой! Подожди, сейчас поедем. Смотри, Убер прибыл. Что такое? Это этот из тачек, что ли? Все, поехали. Сейчас за Диму. Нас за музыкой. А что же, ты задолбал телепортироваться? Ты как? Что? Чё за хрень? Раз, два, три. Я свою тачку взорвал. В этом и был мой план. Поедем на черном. Не поедем, я так понимаю, да? Ты сейчас суициднишься, как обычно? Ну да, как обычно. Ладно, я выйду. Нам... Ай! Да я, пожалуй, тоже. Я не могу повесить через 3 минуты. Ну все, суицид, я пошел. Чё ты там? И чё? Погиб. Вот так, Никитосик? Как бронепластины? Я жив. В смысле? Артур, спаси меня! Артур! Иди быстрее, быстрее, быстрее! Нет! Тимур! Я остановился. Никакой нашей. Я взял семейный автомобиль, тебе нужно сесть. Это чё такое? Ну о чем? Че там? Всем привет, с вами Гусейн Гасанов. Розыгрыш гелика. Скорее всего, я похож на Гусейна Гасанова. Блин. Гусейн Гасанов уезжает. Розыгрыш гелика переносится. Это была моя новая машина. Ну и что, ты не развернешься? Не понял. Отстань, дебил. Я не успел. А, стоп, нет, я понял. Куда несет дым? Стой, я не успеваю вылезти. Что вы в море забыли? А мы в водную экспедицию отправились. Это разборка питерская. Куда несет дым? Это разговор. Ответ убил, да? Да, ответ. Все, Райт, поехали. А то принимай давай. Так у меня свой мотоклуб. Миссия невыполнима. Ну все, поехали, обзор по моей яхте. Че вы? Ой, блин, тут ваши гейские штучки. Это вообще-то черная смерть. А у меня лифчик. Пришли на чужую. Он нас сначала убивал, мы пришли покупаться. А он стоит, смотрит. Ты не против? Три мужика чисто пришли на его яхту помыться. Смотри, а у нас смотри сейчас будет. Дим. Ой, блин, это что такое? Че это? Что-то белое? А, все, походу, выходим. Ладно. Он зовет нас за собой. Да убьем его. Дима. Че вы? Дим, тебе хорошо. Нормально? Я буду этот, знаешь, как на носу короб... Ой, блин, что происходит? Ну все, наземный транспорт.
Все, приехали. Ну все, вам капец. Ой, ни хрена себе. Куда он нас привез? Не знаю. Это этот, что ли, Зверев? Да, из пластика сделал. Не понял. Куда нас? Я ее не смотрел. Нас походу кикнули. Сейчас третье издание будет показывать машин своих. Ой. Так и есть, кстати. Ясно, человек просто приглашает смотреть. Потом он нас убьет где-нибудь в гараже, закопает, продаст на запчасти и купит себе машину. Так это Филипп Киркоров, посмотрите на него в натуре. Нет, это Зверь. Ну, Зверь, Филипп Киркоров, да. Какая разница? Тупо из блока в Майнкрафте из земли. Из земли издёрна, сделана машина. Чё там у вас? Тебя обокрали уже? Всё? Нет, он просто уже как дома. В GTA же можно донатить, да? Да. А, ну вот это 100% игрушка. Из пластика. Это 80-е, да, 80-е. Вот это что машина, такое? Вот это вот коллекция. Что такое? Вот это семейная такое? Машина, мы уже... Это семейный гараж. Семейная. Гараж жены. Гараж жены. Артур? Не понял. Она ест? Вот есть. Такси. А, такси. Это Бамблби или что? Он такой, ну выбирайте вот это, я прокачал ее, затратил в эту машину миллиарды. Я хочу на это кататься. А мы такие выбираем вот это. Что ты скажешь? Давайте танцуйте вместе со мной. Сейчас, сейчас. Ой, я не понял, что было? Быстрее. Это что такое? А что это? Быстрее. Погодите, а у нас форма одежды номер какая? То я в первый вышел. На плац построились. О, он на машинку оставил, кстати. О, наконец-то. Кто за руль? Живы меня не возьмете. Патроны, патроны. Да, музыку хуйню поставьте, я не знаю, чего вы тут. Все, пассажир меняется. Класс. Я пошел кататься. Смотрите наверх. А, Никит. Обернись. Ты хоть что-то забыл? Где ты? Я случайно. Смотрите, вон там она. Да нам там чувак ждет, блин, а вы Артур? Тут. Я непривередливый. У нас как бы задание. Давай пешком, Дима. Вот, начать можно. Дима. Ой, да ну вас, блин. Артур. Я просто с покерфейсом буду сидеть. Даже не твоя машина. Ой. Дима. Гаску давай! Гаску! Поезжай! Пипи! Давай езжай! Вот так. Это божья кара, понимаешь? Ну ладно. Я так понимаю, тут никого не удивить, да? Давай деньги. Пацаны, они вызвали свою.